Шикарное место, да? Ой, мы живем, ребята, в таком шикарном месте. Просто вообще спальный район. Ну просто потом вам чуть-чуть покажу туда. Там такие, так как сказать? Тут можно сказать, что вперемешку. И дома такие стоят. Большие. Большие и домики. Многоквартирные, да? Ну, домики такие частные, прямо убранные, везде цветы. Так прям видно, что ухоженные. И тут такое место, Лариса надыбала. Смотрим, с собаками все идут через окно. Лариса говорит, пошли проведаем. Пошли, прям такой, как лес. Угу. И волчонок. То мы обычно так и шли туда, где дороги. А тут прям такое зелено. Там такие таблички написаны, что нельзя какать. И мы сюда надыбали теперь. Решили обведать, в общем, ситуацию. Шикарное, просто шикарное место. Угу. А туда дальше, наверное, ходят или туда? Ну да, много так собак. Мы смотрим, собаками идут, думаем, куда они туда идут. Волчоночек. Тут как парк, тут видите, даже видите, вон там скамеечки. Такой как. В какую сторону пойдем, туда? А? Нет, туда зачем по траве клещей собирать? Пошли так. Или я не права? Не, правильно. Мы потом с волчонком разведаем. Потом, в общем, сейчас разведаем вам потом пока. Видите, скамейка. Где? Ну, вот. Я взяла свой костыль. Правильно. Не напрягать. Хорошо, мы мультиварку все отлично сделали. Поели. Мы сейчас поужинали и... С Ларисой решили. А Юля что-то вообще маленькую порцию, вообще чуть-чуть. Да прям таки маленькую. Говорит, не насыпай мне много, не насыпай. Не зато хочу. Волчоночек молодец. Мы с волчонком хорошо покушали. Взяла щетку, сейчас его почешу. Я его вчера чесала. В общем, вот так. Все хорошо, только ванной маловато. Я не знаю. Еще неизвестно, залезешь ты в ванну или нет. Сможешь ты в нее залезть? Покажу. Так, пошли. А говорят, есть такие специальные скамеечки. Да. Что можно на скамеечку чик и все. Так, ну что, пойдем, пройдемся. Да. Какая-то беседка. Беседка. Тоже скамейка, да? А? Тоже скамейка, да? Да, он тоже. Там еще цветы, видишь, какие-то. Наверху. Такое хорошее место. Прям такое. Я не знала, что тут прям так вообще классно. Угу. Раздолье. Угу. Пошли. Волчоночек, тебе нравится? Красивенько. Я зря ему хвост расчищу. А он все еще линяет. Волчонок. Не хочет тебе хвост. Он хвостом повернулся к нам. Хороший мальчик. Знаете, хочешь быть красивым? Нет, скорее, я хочу быть любимой. И так любимый. Самый любимый мой песик. Да, мама, не чеши горло, там у меня была вавка. Я не больно делаю. Молодец, хороший мальчик. Послушный. Волчонок.
Хитрый. Не хочет хвост писать. Ты же должен быть красивый ходить. Чтобы все смотрели и говорили, какой красивый. Волчонок и так самый лучший. Так, ну какой. Я видела мусорное ведро. Там дальше. Все, домой пришли. Попил воды. Мультиварку надо теперь мыть, она вся красная. Волчонок еще не доив. Мясо все бегают. А мальчика, мальчик мой красивый. Семейка, ах. И ух. Вам показывать свою ложу. Так, все, готовимся ко сну все. Кроме, кроме меня. Маленький, пойдем сейчас подышимся, еще ты покушаешь. Так, что я хотела вам показать? Видите, ванна какая маленькая. Говорили, она мешается вот здесь. Как не хочешь, как тут не крути, она мешается. Вы худые, то ладно, а у меня оно мешается вот это для бумаги. Так, переноску помыть. Это мыло опять, Лариса, эти полы. О, моющее средство у нас. Хоть попой кушай. Маленькая, что я пришла сюда? Видите, ванна какая? Маленькая для моей попы. Ну, ничего не поделаешь. Видите, так душ. Вот. Мы видели там такую стойку. Я хочу сюда вот так вот купить, вот так стойку для моющих средств. Вообще, не знаю, посмотрим. И трошки течет у нас тут рукомойник. Надо мастера, чтобы пришел. В общем, вот так вот и живем. Вот так сегодня ничего. Тут чуть-чуть, кухню чуть-чуть Лариса помыла, ничего не делала. Моющих средств тоже посмотрела. Как будто ничего такого не этот самый. Так, надо включить от комаров. Вот такая вот, видите, от комаров. Но Лариса сказала, не очень ей понравилось. Ничего такого не брали, тоже... Столько средств уходит. То мыло он набрали. Вот этих новиков я поставила сюда. Что хай тут стоят. Ну, ничего, я схудну. И в ванну буду помещаться. Так, так пока буду душем. А, я мылась, а так под душ не садилась. Думаю, сяду, потом и не встану.